и как птицы летят. Да что там говорить, летят, как пули у виска. Вот уже деточки повырастали, Господи, Боже мой. Только вот это, только в песочке, вот это вот колупались в песочке, вот это. У меня ж их двое деток, двое, сынок и дочка. Все, повырастали, переженились. Так что я и свекровь, и теща. Все в одном лице. Гибрид. Свекреща. Не, я не суюсь к молодым. Да боже упаси, да пусть они сами там как хотят между собой. Пусть они ладят, не ладят. Я вообще к ним не лезу. Не лезу. Я к ним и не хожу в последнее время. Не хожу, то зачем мне это надо? Че мне к ним ходить? Они все равно мне двери не открывают. Только иногда звоню по телефону, иногда. Ну, иногда звоню. В общем, каждый час звоню. Вот это с вами тары-бары. Сыночке уже пора позвонить, а я тут ля-ля справляю. Алло! Алло, сыночек! Это я, сына! Ну, как там у тебя? На передовой. Что-то голос мне твой не нравится, сыночек. Голос какой-то слабый у тебя, сыночек. Ты кушал с утра сегодня? Чем тебе эта лохудра кормила? Ты погляди. Яичницу жарила. Ты гля. И получилось со шкарлупкой. Да слава богу, не с куриным пометом пожарил. Вот, повезло тебе с женою, сыночек. Ну, как никому повезло, ей-богу. У ей по кулинарии черный пояс. Руки золотые, только торчат они у ей не с того места. Все, ладно, сына, перезвоню. Господи, боже мой, так. Алло! Дочечка, дочуля моя дорогая, здравствуй, мой цветочек, здравствуй. Ну как ты там, доча? Устала? А что такое? Да ты чё? Все время жрать просит. Вот бегемот, ну ты посмотри. Ничего мужика, кроме жратвы, не интересует. Ты, дочь, отвлекай его от еды. В кино поведи. Водила, слюна течет, когда еду показывай. Вот кашалот, ну ты посмотри, замордует дитя на кухне. Ну ты, блядь, замордует дитя. Доча, поведи этого бегемота в цирк. Цирк его поведи, пусть посмотрит, сколько там собачка за кусок сахара бегает. А еще лучше в зоопарк поведи. Там на каждой клетке написано: не кормить зверей. Доча, ну не плакай, я не могу, когда ты плачешь. Доча, ты мне сердце рвешь, не плакай. Ну, пожарим ему яичницу, пусть подавит, что зараза такая. Доча, ты же просто, я ж тебе учила. Два яичка разбила, все. Жарила? А что ему еще надо? Ой, не могу. Люди добрые, держите меня. Ты погляди, какой грох. Шкарлупка попалась! Жрать не хочет! Да ты ему скажи, что в шкарлупе кальция много! А кальций укрепляет зубы, ногти и рога!
Что вон там бухтит? Куда он просит? Какую такую сауну с друзьями оттянуться? Не пускай, я тебе говорю, не пускай! Знаю я эти порылки. Там мужики все успевают, кроме помыться. С друзьями оттянуться в проруби, в крышении. При минус 30 пусть оттягивается. Все, доча, перезвоню, перезвоню. Господи, боже мой, говорила. Зачем тебе этот ебон? Вот такая голова в такие плечи нажрал. Вот я сожрет вместе с туфлями на кухне. Куды там, мама, вы ничего не понимаете? Он вот, вот такой, потому что бодибилдингом занимается. Ты гляди! Занимается бодибилдингом. Бодибилдингом занимается бодибилд. Мать на проводе! Что такое, сыночек? Поругались? Слава Богу! Я говорю, что поругались, сына? Да ты что? Вот стерва ты! В баню мужика не пускает! Да другая бы радовалась, что муж у ней чистюля. Что ей надо? Что ей надо? Лохудры под тебя. Что ей надо? Такие-таки Гавайи. Ты глянь, заморилась, пусть постирает. Лучше отдых для нее. Говорила тебе, замордуй там тебе, замордуй. Господи, такая девочка на третьем этаже, Людочка, жила. Что тебе надо было? Носом крути. Она старая, ей 48 лет. Тебе что, жевать ее, что ли? Она страшная. Ну и что, что страшная? Зато было бы кому дачу охранять. А вот теперь муздыхайся с этой своей Венерой без рук. Всю жизнь проживешь рогами в землю, горбом к солнцу. Все, перезвоню. Господи, боже, это что за дети? Свекреща на трубе. Что за слезы, доча? Что вон там с тобой делает? На Багамы не пускают. А что предлагай? К тетке в Тюмень. А за полярным кругом у него никого нет? Что, говорит, денег нет? Ой, ты глянь, пусть не свистит. Заначку сделал, доча. Я его нычку за 5 кварталов носом чую. Ничего не плачь, не рви, я тебя говорю, сопли утри. Найдем. Найти элементарно. Слушай, сюда. Значит, сегодня ночью, часа в 2-3, когда самый сон, подожжешь под ним простынь и начнешь кричать пожар. Доча, он свою нычку первой спасать бросится. Вот тут ты кассу и бери. И на Багамы. Все, поняла, поняла. Ну все, действуй. Открытку пришлешь, доча. Целую, целую. Не могу больше говорить, на кухню тороплюсь. Отцу яичницу приготовить. А то он с бани вернется, у меня на кухне еще конь не валялся.